В Самаре организовали бесплатные семинары по вопросам недвижимости. Как правильно оформить документы на квартиру и права на землю. Узаконить перепланировку и не стать жертвой мошенников. Специалисты отвечали на эти вопросы в рамках 4-й межрегиональной специализированной выставки «Ярмарка недвижимости». От макета к реальности. Уютный домик на берегу Средиземного моря или коттедж в пригороде Самары. Все виды недвижимости представлены на одной площадке. Здесь же риэлторские компании и банки с ипотечными программами. На ярмарке можно не только познакомиться с новинками, но и получить бесплатную юридическую консультацию. Риэлторы, которые здесь присутствуют, должны давать свою рекомендацию. Строительные компании, которые здесь представлены, свои проекты, мы должны видеть, что у нас интересного строится в городе. Сегодня здесь практически все строительные компании представлены. Всю эту информацию, если собирать отдельно, да, если пытаться ее сравнивать, она может занять огромное количество времени и сил. Здесь это все единовременно показано. Среди участников более 60 российских и зарубежных компаний. Часть экспозиции посвящена недвижимости за рубежом. Дома в азиатских странах, Восточной Европе и элитное жилье на островах. Задача организаторов выставки – собрать здесь первые руки, убрав с рынка ненужных посредников. Поэтому, придя на выставку, вы сможете пообщаться непосредственно с компаниями, которые ведут девелопмент проектов за рубежом, и с ключевыми их партнерами. На ярмарке проходит фестиваль доступного жилья. В субботу, 28 сентября, компании-застройщики продемонстрируют свои проекты. В заключительный день выставки определят победителя в номинации «Народное признание». Татьяна Пудова, Дмитрий Алатырцев. Новости губернии.